Доверяй, но проверяй. Трое жителей города Борисова похищали денежные средства со счетов доверчивых витебчан, за что и поплатились. Квартиры, машины, мебель, гаражи. Сегодня в глобальности интернет можно найти все, что угодно. Одни размещают объявления ради своего удобства, другие – ради наживы. Этим и воспользовались трое жителей города Борисова, которые в период времени с октябрь по декабрь прошлого года с целью хищения денежных средств путем использования компьютерной техники звонили гражданам, разместившим объявления о продаже, сдаче в аренду различного имущества. И не имея намерения их приобретения или арендовать, под предлогом перевода гражданам денежных средств в качестве частичной предварительной оплаты на их банковские счета, получали от граждан сведения об их паспортных данных, о номерах и сроках действия их банковских платежных карточек, коды доступа к банковским счетам граждан. После чего денежные средства со счетов переводились на подконтрольные обвиняемыми банковские карточки и в дальнейшем проводилось снятие похищенных денежных средств в различных банкоматах. Таким образом, они похитили у 26 граждан денежные средства путем использования компьютерной техники в размере около 18 тысяч рублей. Пытались похитить у 29 граждан денежные средства в размере 107 тысяч рублей, однако по независящим от них обстоятельствам не смогли это сделать. Преступники не только якобы покупали, но и якобы продавали автомобили, которых у них в действительности не было. И под предлогом получения денег от граждан в качестве частичной предварительной оплаты за машины завладели принадлежащими двум гражданам 979 рублями. А в части хищения денежных средств в размере более 14 тысяч рублей не довели свой преступный умысел до конца. В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. 12 октября этого года уголовное дело прокуратуры области направлено в суд Первомайского района города Витебска для рассмотрения по существу. За совершение хищения путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет с конфискацией имущества. За совершение мошеннических действий, совершенное в крупном размере, предусмотрено наказание от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации. Что ж, теперь не скоро ребята посетят просторы интернета. Зато будет время подумать, а стоит ли это того. Татьяна Савлевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».